Жители поселка Сухоложский пожаловались на похолодание в квартирах. Температура заметно понижается с наступлением ночи. Об этом тагильчане с улиц Советской, Краснофлотской, проезжей Цементной написали в раздел «Городской контроль» официального сайта города. В беседе с журналистами Тагил ТВ жильцы уверили, тепло в квартирах есть. Мы не жаловались никогда. И Краснофлотская, там тоже тепло. Начальник цеха тепловых сетей предприятия «Нижнетагильские тепловые сети» рассказал, котельная поселка работает. Работает исправно. Никаких отключений газа или аварий не было. В пятницу, скорее всего, из-за похолодания наружного воздуха прошел ряд звонков, ряд жалоб. Естественно, сразу были высланы бригада, которая провела гидравлическую настройку гидравлического режима в контуре котельной. По словам специалиста, в период подготовки к отопительному сезону происходит разбалансировка системы, которую настраивают вместе с подачей тепла. После регулировки, продолжает Дмитрий Соловьев, температура в квартирах повысилась. Накануне сотрудники НТТС вместе с управляющей компанией сделали замеры в домах, откуда поступили жалобы. Гидравлические параметры в норме.